В Караганде состоялась премьера четвертой части киноэпопеи «Путь лидера». Новую серию, разрывая замкнутый круг, карагандинцы ждали с нетерпением. В Шахтерском крае снимали около 20 эпизодов продолжения киноленты. Четвертая часть охватывает важную веху в биографии казахстанского лидера. Это 70-е годы. Новая кинолента рассказывает об одном из важных этапов становления главного героя как руководителя партийной организации крупнейшего предприятия металлургического комбината. События охватывают период его жизни после учебы в Днепродзержинске и начало работы на казахстанской магнитке. В Караганде съемочная группа еще раз окунулась в эпоху 70-х. Вестибюль, где встречали гостей, был оформлен в духе тех лет. В каждом фильме есть свои сложности, свои радости, свои успехи. Здесь мы в основном снимали почти 50-60% в Москве. Нам приходилось сниматься с такими актерами, как Евгений Сидихин, Виктор Иванович Сухоруков, Стеклов, Александр Рапопорт, Стычкин, мэтра российского кинематографа.